Привет, друзья, с вами Турбо и Рунтик, и сегодня мы продолжаем играть в Брик Рикс. Да, друзья, всем вам горяченького чайку и вечерка до пришего, нет, просто доброго. Да, в общем, сегодня у нас такая идеечка, то есть машина камикадзе против танка. Насколько я помню, мы такого еще не снимали. Хотя с чего мы только не снимали с этими машинами камикадзе. Причем дело в том, как мы могли это не снимать, потому что идея реально на самом деле лежит просто на поверхности. Ой, я так и знал, что так скажешь. Но потому что это как бы аналогично. Слушай, у меня есть сразу предложение в начале ролика отключить тебе худые. Я, в принципе, мне уже худые, отключил. Да, согласен. Не, вот знаешь, мне можем включить, потому что мне надо бы как бы еще это. Ну да, тебе надо обороняться же. Да, ты оставляйся. Ты же обороняешься будешь. Хоть ты на танке на большом с гигантской пушкой. Да, не... На большом, ребят, посмотрите, какой у меня огромный танк. Просто такой же огромный, как и не мой, как твой. Как ППСК. Ну, как Пипиркин. Подожди, вот дело в том, что я еду с кудами, но я все равно тебя не вижу. Дело в том, что я еду уже весь город объехал и тебя не вижу, короче. И какого хрена? У меня вот такое ощущение, вот я на танке ускоряюсь, такое ощущение, что он прямо мега быстрый, ё-моё, Ламборгини, это шо такое? Офига, ты шо, этот, Лукашенко? Было, кстати, похоже сейчас. Ты можешь переодеться в Лукашенко. Нет, ну дело в том, что... Ну, ладно. В общем, дело в том, что реально ощущение танка, как будто вот он реально валит. Знаете, когда вы зашли, типа, маршрутка, и вот она ускоряется, когда вы особенно стоите, да? Ну, то есть и сидите, ты падаешь лицом об землю, да. На которой ходили люди. И она вроде ускоряется не быстро, но у вас почему-то ощущение, что все, сейчас, блин, я не знаю. А где ты, ёк твой Макарёк? 400 км в час, а на самом деле он... Я уже по второму кругу поехал. Сейчас такое же ощущение было с танком. Ну ты по кругу, да, это я понимаю, что ты любишь, но это... Не, я... Не смешно. Я и заезжаю внутрь, так сказать. Но я тебя не вижу, понимаешь? Жизнь заставила меня. Хорошо, ты понимаешь, я тебя даже с худами не вижу. Вот в чем проблема-то главная. Мы вообще на сервере на одном. Блин, какой у меня танчик охерительный. Я просто... Я не могу. Нормальный танк. Твою жопу. Нет. Хорош. Это было близко, да? Что-то мы поменялись как-то... Тихо. На твою жопу! Ты гад какой! Я прям в последний моментюль. Да, у тебя, блин, капец, писька. Ну, блин, зато он офигенный. Слушай, мне нравится, как он... Сейчас, офигеть, ты задний... Так, ну я думаю, да, еще одну попыточку, да? Турбентию дашь? Да. Я немножко в другом месте сейчас заспавнюсь. Я, кстати, не знаю, как правильно, вот фасовщик, да? Что он делает? Фасует. Фасуй! Йо! Кабриолет! Минус крыша! Все нормально так. Да, причем так спокойно просто, фигак, минус крыши. Ой. Что вы делаете? Ах ты пищун. А, застрял. Пролазь. Говно-то нет. Давай сейчас просто поменяемся. Я сяду в твою машину. Ты хочешь, чтобы я сел в твой маленький? Да, именно вот это я и хочу. Давай, тогда я включаю худы, ты отключаешь худы. А, так я затормозил. Можно, кстати, да, тормозишь, короче, я на типа опускаю. Ну так я-то знаю, я-то... ЁП! Я-то шарю. Я совсем забыл, что ты можешь меня взрывать, я думал, ты от меня уезжаешь. Блин, мне это прям понравилось, ты так реально, я видел, то есть слышал в твоем голосе, как ты... крик помощи просто был. Че такое? Погоди, мне очень нравятся твои эмблемочки. Это что за фирма? Я писаю прям на вас. А где можно купить такую же футболку? Такую футболку в магазине Турбо, в Турбограде, на моих стримах. Давай, короче, мы сейчас... Ничего. Так, ну что, а ты все удалил. А тут горит огонь. Ура! Бери свой танк, я возьму свою машину камикадзе, и мы продолжим. Да. Друзья, к сожалению, я не записывал, как я строил свою машину, но я сейчас хочу показать Турбо, ты где? Я еду. Где? Ищу тебя. Ты где? Сейчас я тебя найду. Я у каньона. Мне затормозить. Ага, вижу. Смотри, да. Смотри, карбоновый капот, а под этим карбоновым капотом я поставил 4 взрывательные фигни. Блин, капец, круто ты маленький. Сделал, да? А, нормально работает. Я проверил просто, смогу ли я в тебя попасть. Не, мне понравилось просто такое, повернулся, как будто все такое. Все, короче, я сейчас... Что такое? Встану в какую-нибудь задницу, что и все, я в заднице. Можешь, в общем... Не, ну, в принципе, это не новость для меня. Даю жопу, я заколебался. Да я не буду тебе сейчас. А может... Так, ладно, я восстановлюсь. Ты был что-то слишком близко ко мне, мне это не понравилось. Да. Я просто думал, что ты догадаешься в другом месте заспать. Да нет, мне что-то... Я думал, ты догадаешься. Ха, в другом месте. Ну все, ты, я надеюсь, все, в другом месте. Я китаец. Погоди, а если что, вот у меня к тебе вопрос. Можно, да, Турбо? Ну спрашивай. Да, конечно, вопрос? Да, задавайте, конечно. Я открыт для вопросов. Я забыл. Сейчас, погоди. А, вот, ты же едешь на меня? Ну, если я тебя найду, то я на тебя поеду.
Я тебя не нашел еще. Это было обман. Потому что мы сейчас, я в одну команду сделаю, погоди. Я напряжен, когда вижу тебя, и иду на рожон, ты мой пирожок. Ой. Слушай, да, прикольно. Погоди, я слышал твои выстрелы, но я слышал твою жопу. Ну, по сути, как бы одно и то же. Да-да-да, согласен. Опа! 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 Смотри, как... У меня аж игра вылетела. Серьезно? Нет, ну в смысле вылетел, в смысле винда вылетела. А, понял. Ну я тебя нормально убил просто. Жалко, с первого раза тебя не попал. Ну я красавчик. Хорошо, хорошо, давай, короче, заново. Еще раз. Ну просто это... Ну это было как-то, да, вот это прям ты хоп и хоп и все. Хопа! Что такое, отвалил? Хопа! Америка, Европа, что такое? Ха. Стоп, что такое? А, йоу, лол, алло! Алло, Алёша, ты что делаешь? Я убиваю тебя. Не-не-не-не-не. Ты еще хочешь? Да. Ай, ты что сделал? Я восстановился в тебе. Че, еще разок? Да, я хочу тебя победить. Ну давай, попробуй. Кизда мыть. Ну ты, блин, пацан этот, как его, пацан принципиальный, идет только вперед. А ты что думал? Ты у нас только назад. Ой, да ну не! Да ну иди ты в срань! Да ну. Ты видел, как я пафосно просто сделался? Давай я на танк сяду. Давай. А. Это было страшно, это было близко, потому что ты киска. Сосиска. Пиписка. Слушай, ну мне знаешь, что кажется? Я сейчас понял, что на самом деле у, короче говоря, камикадзе на самом деле шансов-то поменьше. Да, я согласен. Это надо прям как-то так жестко, четко. Это нужно прям как-то и так хитро выебаться. Ну стреляй же, ты гребаный шашлык. Можем, кстати, сделать, чтобы не было ни у кого ходов, если хочешь. Давай. Ах ты, писяндрик! Блин, я... ты попал! Вынес! Вынес! Охереть! Это было слишком жестко! Я просто развернулся и выстрелил, прям, понимаешь, включил лайк, ты попал, и прям... Ах, это было слишком жестко, да. Хвостик попал! Мой труп, кстати, упал вниз прям. Лисичка пробежала, хвостик оставила, блин, махнула, это было, это просто, это... У меня нет слов, уж как вы можете... Подожди. Как вы... Как вы прокомментируете данную ситуацию? Вот как-то вот так. Блин, у нас такие модные желтые штанишки. Да ёкарный бабай! Блин, надо будет усовершенствовать, короче. Тачка, да, ну она просто, она, понимаешь, она еще с первой бета-версии Брикрикса. Я потом, короче, прокачаю, ребят, ставьте да, много лайков, я сделаю серию, как я прокачаю эту тачку. Да, я помню, что еще когда вот только воркшоп еще здесь добавили, там... Это было близко. Фига себе, это было близко. Это было близко, как моя киска. В шопе твоя киска. Оо, ну это ты переграниваешь, переходишь черту, перечерчиваешь черту. Ты черт. Ты чё, обожал? Я даже не выстрелил. Ты сам себя просто убрал. Ты умер? Я реально так пересрался. Давай еще раз, последний раз, все, последний раз. Не, давай последний раз, давай. Я просто чуть не... Ладно. Блин, я так переслюнкался. Я специально не стал стрелять тебя, потому что я знал, просто посмотреть на твою реакцию. Как ты сейчас будешь... Типа, знаешь, когда мелких пугаешь, они... Их даже еще бить не начал, они уже убегают. Типа, ладно, я так не делаю. Это где ты стрельнул? Да я просто так стрельнул, сам случайно нажал. Не ври! Я не люблю врать турбо, потому что... Ты каждый день мне врешь, говоришь, что я самый лучший, на самом деле это не так. Что такое? Ну да это да, это я согласен. Обидно. Ха! Так, куда, интересно, ты здесь мог поехать? Я мог поехать в Европу. Да ты меня по-любому видел. Да я тебя видел, да, но я не могу тебя сейчас найти. Блин, я катаюсь сейчас в одном районе, тупо, где я тебя видел, вот когда я выстрелил, и все. Ты тут не видел? А! Вот что ты перед собой стрелял? Да потому что у меня писюн не стоит. Ой. Да ну! Ты не попал! Фига ты заиграл вообще. Ой! Ты я не заиграл, я это. Ты же попадешь, да. Только ну не! Да турбо, да ты пьешь! Да ладно. Ой! Попал, я жопу оторвал! Да, да, да. От дивана. Ты у меня левую половинку задницы оторвал. Ну ладно, в принципе, ребят, если. Ой! Я чё, в здании? А, нет. Ну ладно, ребят, если вам понравилась эта серия по игре Брикрикс, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наши каналчики. Оформляйте, значит, подписку.
Подписочку, да, Лукасянский, накидайте. Да, я это говорю-то. Ладно. Как раньше оформляли подписки на какие-нибудь газеты, вот, вы так же делаете на наших контентах. Да я на эту запрыгнутое колесо. А тут нет ничего. Да ты наркоман, тут ничего нет. Чё ты мне жить мешаешь? Вот, все, подписывайтесь на наши каналчики, на каналчик Рунтика, на каналчик Турбо, вот. И всем пока. 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 Кать, хочу я.